Вышел из дома, теперь Хороший следующий. виноград здесь, вкусный, большой. Ага. Зеленый? Ну, или Нет, не белый, а красный. Синий, синий. Здесь да? Не очень аккуратно, Леха. Это да слушай, ну это же нормально, господи. Это я приготовил расчищать, и я да. сейчас ее сюда уберу, а то снимешь да. будет. Я уже это снял. Ты так вот, елка. Уже снимает. Уже не малина а сама моя... наросла. Ага. Тут было все чисто, малина сама наросла, и тут так ей а хорошо, это моя, потому моя, что это сам, мастерская. Она любит тень, да. Моя мастерская, инструменты там, и там что-то да, берешь. А тут делаешь что-то, да? А тут да, вот у меня верстачок такой, все. Вот смотри, супер. Это цветет. Вот это гранат. Это у другого человека, да? Да. Это наша. А, ваша. А как пройти? Это все на... Сейчас пойдем. Ага, просто здесь... добро, это ваш. Это вот этот гранат. Цветок, это будет гранат вот потом. Цветок, смотри, вот. Вот цветок. Вот, Леш, вот цветок. А потом он опадет, а сам гранат ага. будет. Посмотри, вот это тоже цветок. Это уже плод. Нет, это цветок. Посмотри, какой он такой жесткий. Ну да, я думал, вот что это... из этого вот, развивается. Вот эта часть дает, да, вот эта часть дает гранат уже. Вот это вот. Вот, вот это вот лепестки опадают. Уже собирали в каком-то году? А, да, уже да, два раза. Да, да, да. Уже два раза сладкий, хороший. Сладкий. Гранат. Хороший, да. Вот, вот такой, посмотри, вот там знаете. Цветочек уже распустился. Ну. Вот здесь вот рукой возьми. Вот, вон он там. И вот, посмотрим. Да, вот. А, вижу. Да. Ага. А распустился, вот опадет. И что? Не, посмотри, какой цветочек. Он сам мягенький, а вот это, в чем он есть, такая, это будет ага. такая жесткая. Не, ну, да. оно все отпадет, будет гранат осенний. Пусть у вас будет много гранатов. У нас место для шуш...